Здравствуйте, с вами Алена Талаш, управляющий партнер компании «Роско Консалтинг Аудит». Ответ на претензию следует составлять вне зависимости от того, согласны вы с доводами другой стороны или нет. При дальнейшем разрастании конфликта он может послужить доказательством в суде. В нашем видео рассказываем, как правильно оформить такой документ. Нужно ли отвечать на претензии? Арбитражно-процессуальный кодекс устанавливает требование составлять досудебные претензии по разным видам споров. Не выполнив это условие, нельзя обратиться в суд. Однако отвечать на такой документ закон не обязывает. Тем не менее, при неполучении ответов, установленные законодательными актами или условиями договора сроки, сторона, оформившая претензию, может направить иск в суд. Поэтому, получив рекламацию, лучше на нее ответить. Более того, в некоторых случаях судебные органы могут истолковать отсутствие ответного письма как согласие с выдвинутыми обвинениями. Такой вывод может быть сделан, исходя из условий отдельных договоров. Суды могут автоматически рассылать уведомления участникам разбирательств. Оповещения по судебным процессам будут направляться через госуслуги. Обо всех важных изменениях и событиях мы оперативно рассказываем в наших соцсетях. Подписывайтесь, чтобы ничего не пропустить. При составлении ответа нужно уложиться в определенные сроки. Если этого не сделать, решение вопроса может быть передано в суд. Сроки ответа на досудебное обращение определяются условиями договора. Если в договоре прописан точный срок, нужно следовать ему. Также документ может содержать положение, которое предоставляет возможность выбора срока отправителю. В этом случае нужно уложиться в срок, указанный в претензии. Нормами закона. Если в договоре не установлен порядок формирования ответа, руководствуйтесь нормами закона о сроках обращения в суд при неполучении такого документа. Например, в соответствии с постановлением правительства, туроператор должен дать ответ на жалобу клиента в течение 10 суток. Имеющейся практикой. Если указания о сроках направления ответа нет ни в законах, ни в договорах, следует придерживаться разумных сроков. Под ними подразумевают период от 2 до 3 недель. Если вы не можете уложиться в установленные сроки, обязательно дайте промежуточный ответ. Он должен содержать информацию о получении претензии и периоде, в течение которого будет отправлено ответное окончательное письмо. Претенциозный порядок рассмотрения конфликтов позволяет решить вопросы между сторонами мирным путем. Поэтому специалисты рекомендуют не отказываться от такой возможности и не доводить дело до суда. А мы делимся с вами отличными новостями. Юрист Роско, эксперт в области трудового права, связался с оппонентом филиала компании «Мабрус», провел переговоры и убедил его не обращаться в суд. Стороны достигли взаимовыгодного соглашения и избежали длительного и затратного судебного процесса. Столкнулись с конфликтами, которые грозят перерасти в дорогостоящие судебные разбирательства? Наши эксперты помогут вам быстро и эффективно разрешить споры мирным путем. Сэкономьте время, деньги и нервы с профессиональным досудебным урегулированием. Просто позвоните по номеру, указанному на сайте, или оставьте онлайн-заявку через удобную форму обратной связи. Не упустите шанс сэкономить. Используйте промокод YouTube Роско и получите скидку 15% на все наши услуги. Необходимая контактная информация находится в описании к этому видео. Не откладывайте, действуйте прямо сейчас. Закон не устанавливает, как правильно ответить на претензию. Однако есть общепринятые правила, которых следует придерживаться. Так, документ должен содержать: первое – данные отправителя и получателя. Второе – ссылку на претензию с указанием даты ее получения. Третье – позицию получателя: согласие, частичное согласие или же несогласие. Четвертое – аргументы, доказывающие позицию получателя. Пятое – предложение по урегулированию сути претензии. Шестое – дату составления документа. И седьмое – подпись ответственного лица. Документ следует составлять на фирменном бланке компании. А если это невозможно, на листе формата А4. Он должен быть зарегистрирован во внутрифирменном журнале исходящей корреспонденции при его наличии. А приходилось ли вам самостоятельно составлять ответ на претензию? Делитесь своим опытом в комментариях.
Суддеп опубликовал статистику арбитражных судов за прошлый год. Ознакомиться с ней можно в нашем видео. Переходите по ссылке и смотрите. Как выразить согласие с требованиями? Согласие значит, что получатель считает требования, указанные в претензии, полностью или частично обоснованными. В этом случае в ответе нужно указать, что вы согласны с рекламацией и привести сроки, в течение которых вы сможете выполнить требования заявителя. В зависимости от ситуации можно также попросить: первое, не применять санкционных мер, штрафов, пеней и прочее. Второе, подписать дополнительное соглашение о пролонгации исполнения обязательств. Третье, пересмотреть условия договора. В некоторых ситуациях второй стороне удобнее пойти навстречу просителю, чем обращаться в суд. Судебные разбирательства по претензиям могут длиться долгое время и требуют определенных затрат. Пример содержания ответа. ОИК соглашается с наличием долга перед ОУ в размере 500 тысяч рублей по договору купли-продажи номер 5 от 12.06.2023 года. ОИК обязуется погасить имеющуюся задолженность в полном объеме в срок до 1 сентября 2024 года. Еще один пример. ОУ не имеет возможности в настоящее время погасить имеющуюся задолженность перед ОУ в сумме 500 000 рублей. В связи с этим ОИКС просит согласовать отсрочку по погашению задолженности сроком до 1 декабря 2024 года. Как выразить несогласие с требованиями? При несогласии с требованиями, указанными в претензии, ответ должен включать возражение. Подробнее о них расскажет юрист компании «Русска» Станислав Мельник. Возражения могут быть выражены в следующей форме. Первое – в форме отрицания. Если отправитель не привел свои претензии убедительных доказательств своей правоты, следует указать на это и дать отрицательный ответ. Второе – в форме опровержения. Если письмо содержит конкретные факты, следует опровергнуть каждый из них, подкрепив их доказательствами. Третье – в форме указания фактов, не упомянутых отправителем. В таком ответе следует привести обстоятельства, которые отправитель не учел при составлении рекламации, но они являются существенными для решения вопроса. К ответу следует приложить документы, подтверждающие вашу правоту. Их перечень нужно указать после основного текста письма. А вы знали об этом? Если нет, тогда быстрее подписывайтесь на наш канал. Каждый день вас ждут свежие видео с важнейшей информацией для бизнеса и не только. Не пропустите ничего важного, жмите на кнопку подписки прямо сейчас. Пример содержания ответа. Согласно пункту 4.2 договора подряда номер 24 от 11.01.2023 года, оплата за выполненные работы по облицовке здания должна быть осуществлена в течение 20 рабочих дней с момента получения от подрядчика полного пакета документов, подтверждающих выполнение работ, акта приемки передачи выполненных работ, счета фактуры, счета на оплату. До настоящего времени ОИКС не получила вышеперечисленных документов для осуществления оплаты работ, о чем было сообщено менеджеру вашей компании по электронной почте 5 июля 2023 года. Поэтому требования, указанные в претензии от 15 июля, были необоснованными. А в России создадут единый государственный реестр адвокатов. Подробнее об этом мы рассказывали в нашем видео. Переходите по ссылке и смотрите. Порядок претензиозного общения обычно прописан в условиях договора. Стороны могут определить, что обмен документами будет производиться посредством почтовых отправлений либо при помощи электронной почты. Если используются почтовые отправления, направлять ответ следует ценным письмом с описью вложения. Это позволит доказать факт ответного обращения на претензию при судебных разбирательствах. Кроме этого, ответ может быть передан отправителю претензии лично, например, через курьера. В такой ситуации необходимо снять с него копию, на которой должно расписаться лицо, получающее бумагу. На этом все. Хотите знать больше? Плейлист «Арбитражный юрист» – ваш надежный путеводитель в мире арбитражного права. Наши видео рассказывают о подаче заявлений в арбитражный суд, урегулировании споров и альтернативных методов разрешения конфликтов. Большое спасибо, что досмотрели это видео до конца. С вами была Алена Талаш. Есть вопросы? Не откладывайте. Пишите их прямо сейчас в комментариях. И наши юристы из компании «Русска» ответят вам совершенно бесплатно. И, конечно же, не забудьте подписаться на наш канал. Будь в курсе. Будь с «Русска».